Во время карантина ездили? Да. А, вот я и поймал. Хороший вопрос. У нас все надежно. Да, ну это мы посмотрим, как у вас надежно. Конечно. Не надо лишние метры. Где мой калькулятор? А бетон марки какой? Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру» и я, Никита Журавлев, независимый эксперт рынка недвижимости, который рассказывает вам о новостройках в городе Москва. Ура! Лето, солнце, режим самоизоляции снят, и мы можем ходить теперь по новостроечкам, по офисам продаж и рассказывать вам о новых жилых комплексах в городе Москва. Сегодня мы в районе Южно-Портовой, метро «Дубровка», улица «Первое машиностроение». Приехали вам рассказать и показать новый клубный дом, который называется жилой комплекс «Виталити». Что мне еще нужно сказать? Вам рекомендую запастись чашечкой чая, сушками, баранками и устроиться поудобней. Будет отличный жилой комплекс, который мы сегодня изучим. Погнали, вот он там. Вот это жара на улице. Пора бы уже где-нибудь спрятаться в тенек, Никита. Как раз тут недалеко есть одно место, а там очень приятно спасаться от палящего солнца в тени тополей. Кстати, а зайди к ним и узнай, что и как у них. Потом и нам расскажешь. Райончик уже со сложившейся инфраструктурой. Здесь уже все есть. Магазинчики, детские сады, социальная инфраструктура. И вот сюда очень компактно интегрирован клубный дом. Посмотрим на Виталити изнутри. 1,5 метра. Это прыгать надо, да? Не забывайте соблюдать дистанцию. Вот это да! Да. Приехали в Виталити пообщаться с Еленой. Елена, привет! Здравствуйте! Рассказывайте про ваш удивительный, компактный комплекс, который называется Виталити. Во-первых, почему Виталити? Виталити в переводе это означает жизненная сила, и задача комплекса и была в том, чтобы для людей, живущих в шумном мегаполисе, практически в центре Москвы, создать уютное, закрытое, компактное пространство, где человек свою жизненную силу восстанавливает, обнуляется, как сейчас модно говорить. Обнуляется, это тренд вообще, это да. Просто тренд. И заново с новыми силами идет совершать подвиги, достигать. То есть это такое камерное, энергонаполняющее. Клубный дом. Клубный дом. Клубный дом, это вообще клево. Мне очень нравится, знаешь. Это соразмерно человеческому росту. Угу. То есть это не 100 этажей, не 15 этажей. Понятная высота, 4 квартиры на площадке. Все друг друга знают, двор закрытый. Где мы находимся? Внутри третьего транспортного? Дубровка. Таганка. Ну, Дубровка. А на машине? На Таганке через 5 минут. И вот сколько я на лесопеде доеду до центра Москвы? Я думаю, с вашей физической подготовкой минут 20. Слушайте, а там кирпичики, что ли? Да, настоящий кирпич. Прикольно. Немецкий. Мы ездили, успели до карантина съездить в Германию. Ездил архитектор, выбирали кирпичи. Причем это не плитка, как сейчас модно, не какой-то там компромисс. Ага. Это настоящий немецкий кирпич, который по технологиям столетним в Германии изготавливается и сюда привезен. Во время карантина было сложно, но мы справились, весь кирпич в Москве. Во время карантина ездили? Да, ездили. Серьезно? Грузы. То есть это клинкерный кирпич, да, на фасадах? Полнотелый. Он уже приехал, причем это специальная смесь на фасадах, только для нас сделана эксклюзивно. Здесь у нас два кирпича, смесь бергама, индивидуально под нас. А в белом доме у нас три варианта кирпичей, три цвета. И они смиксованы специально под наш дом, называется «Альба». Сколько здесь будет и сколько здесь квартир? А, вот я хороший и поймал. Хороший вопрос. Да. А в целом примерно пополам делится, по 150. По 150 квартир. Примерно. Я много лет на рынке. Кто застройщик? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Все всегда идут на имена. И все говорят, а что это за компания такая? Ларус Капитал. Ларус Капитал? Ларус Капитал. Как потащить? Ларус Капитал. На нашем рынке недвижимости, где в основном у нас игроки, засилье, да, крупных девелоперов, есть небольшие компании, которые, по сути, занимаются ручной сборкой проектов, то есть вкладывают не только там финансы, трудоресурсы, но и свою душу. Вот у нас часть сотрудников нашей компании, в том числе акционер нашей компании, живет в уже построенном нашем проекте «Тимирязев парк».
Мы очень гордимся тем, что мы его строили, нам не стыдно. Знаете, это такая история, когда побеждает не тот, кто больше, а тот, кто быстрее, тот, кто мобильнее, креативнее, а самое главное, любит свое дело и с любовью и с душой относится к тому, что делает. То есть построенный уже Тимирязев парк? Точно. Съездим и посмотрим, что это за Тимирязев парк, как они построили, что там с любовью, как там вообще обстоят дела. Вот у нас все надежно. Да, ну это мы посмотрим, как у вас надежно. Конечно. Почему бизнес-класс? Что сюда вкладывается и что здесь такого, что это бизнес-класс, а не комфорт или не премиалка? Что здесь бизнесового? Хочется сказать и про кирпич, угу. И про большие окна, и про 100-метровая входная группа на входе. Помещение для комфорта жителей, чтобы они могли собираться, угу. По интересам, какие-то свои занятия проводить. Хочется сказать и про благоустройство. Мы вкладываем большие деньги. И это такая непопулярная история, потому что благоустройство делается в конце, когда уже весь большой объем квартир продан, и, как правило, стараются все сэкономить. Мы так не делаем. Так, мы а как делаем... вы делаете? Расскажите, пожалуйста. Да, мы всегда обещаем даже чуть меньше, чем делаем на угу. самом деле. Делаем большие насыпи над паркингом, сажаем деревья. Не просто вот такие малюсенькие, а нормальные, полноценные деревья, взрослые. Мы уделяем большое внимание детским площадкам. Смотрим, что лучше для детей. Я сама как мама, тоже многодетная. Давай тогда посмотрим, что у вас там с планировками, с ценами, в чем интерес. Вообще есть какая-то инвестиционная еще привлекательность в данном продукте? Привлекательность есть. Сдаемся мы через год, в третьем квартале 2021 угу. года. При этом у нас нету истории, что мы там немножко хитрим и говорим, что у нас сдача 21-го, это рекламируем, а потом еще передача ключей идет целый полтора-два год. Полтора-два года. Да. Угу. У нас написано четко, четвертый квартал 2021-го, передача ключей. Угу. Новый 2022 год, все наши жители могут встретить. Уже встречать. Здесь, в этом доме. С отделкой без? Без. Ну, тогда спорный вопрос по Новому году. Встретить его никто не мешает. Нет, встретить это, конечно. Дом будет точно построен в срок угу. и с тем Слушай, качеством, ну, которое мы обещаем. У вас уже так, монолитные работы сделаны, идут да. окна стоят. Окна да. уже на 70% выполнены. Сейчас у нас главное, что выходят кладочники. И угу. мы начинаем класть кирпичи. Причем угу. не так, как вот все привыкли, снизу вверх, там кирпич на кирпич, раствор. А снизу вниз? А сверху вниз. Почему? Потому что удобнее снимать леса. Стилобатная часть, я так понимаю, да? Да, соответственно, здесь паркинг будет еще удобный. Вот это вот будет заливаться, это променад такой? Это не променад, а это входная группа. Вот это вот непосредственно, это ТП, это у нас входная группа. И здесь вот та самая аллея, ну здесь вот несколько деревьев, угу. всего у нас 23 сохранены тополя, угу, угу. полноценно здоровых, и вот они нас немножко огораживают. И, соответственно, это будет такое некое ограждение от первого машиностроения. Да. А здесь коммерческое будет что-нибудь? Нет, будет угу. детский сад. А никаких коммерческих помещений на территории комплекса не предусмотрено. А вот на этом нет, променяне? Это только для жителей. Mm? Это история некоммерческая. Люди магазины живут. Белое и красное какое-нибудь, да? Да, или шаурма. Да, и шаурма какая-нибудь. Нет, такого не получится. Это все общедолевая собственность, принадлежит всем жителям. Давай посмотрим планировочки, давай посмотрим по ценнику. У нас оператор хихикает, камера трясется, я волнуюсь за съемку. Так, какую площадь смотрим? Я хочу примерить на себя какую-нибудь... Мы же сейчас бюджет это сокращаем, да? Метров 70-80. Двое детей, двое взрослых, пространство. Спальни должны быть компактные, небольшие, потому что пришел, уснул, встал, пошел в пространство. Да, но детям нужен рабочий стол, игрушки. Они маленькие, им компактно. Не надо лишние метры. Вообще история про планировки во всех наших проектах, это история про то, что внутри нет несущих стен. Угу. То есть все квартиры между собой абсолютно четко объединяются. Угу. Есть варианты объединения. То есть мы можем от 40 до бесконечности метраж угу. набрать, просто вот объединяя соседние квартиры. Если мы говорим вариант без объединения, например, в бюджете 20-21 миллион, то можно посмотреть вариант 78,9 квадратных метров. Здесь как угу. раз у нас кухня-гостиная выходит, два санузла и три спальни. Спальня побольше с зимним садом, который можно объединить в площадь квартиры.
две спальни для детей и кухня-гостиная на входе. То есть, если здесь вот поставить вот такую дверку, то у вас вообще вот это приватная вся, получается, да, история. То есть здесь там все приватное, здесь открываем пространство, да. Соответственно, здесь кухня, заходишь и сразу получается 20 метров. Да. Можно посмотреть вариант, например, на две стороны распашонка. Все любят, почему? Потому что здесь окошко открыл, здесь открыл, и у тебя без всякого кондиционера ветерок. Врать, вот я вот живу сейчас в распашонке. Нифига. Может быть, окна открыть? Блин, Марат, ты чего окна не открыл? Я же просил тебя. Простор, да нифига. Простора не получается, потому что здесь у меня дом. И сквозняк не попадает. То есть она угловая. Это же зависит, откуда ветер. Это да. Во-вторых, от размера окна. У нас окна в пол все. О, большие окна. О, кстати, а с террасочками? Там террасы, конечно. Круто. На первом этаже в зелени. Там можно и выйти. Круто. Кофе попить, чай. Круто, круто. Я надеюсь, вы не курите уже. Ведь здоровы при жизни, Никита. У меня же должны быть какие-то плохие черты. Вот хоть какой-то вот. Ну тогда тем более вариант с террасой. Да, замечательно. Однозначно. Ну и на любом этаже можно выйти, французский балкончик, выйти и покурить. На этаже получается 4 квартиры. Здесь 5 квартир, здесь 4. Угу. Есть вариант, где люди объединяют. Вот очень хорошо. Вот эти две квартиры объединяются. Вот здесь нет никаких несущих стен. То есть эта стена, она полностью может быть монтирована. 78 и 56 можно вообще... Ого, наш пол получится огромный. Это получается 130 метров? Да. У нас очень хорошо такие варианты берут на высоких этажах. Лучше делать небольшие площади квартир. Зато каждый человек может себе найти оптимальную планировку. Две квартиры объединили 80 метров. И все варианты планировочных решений при объединении, они у нас есть. Есть готовые решения. Часть квартир мы сделали даже дизайн-проект. Можно посмотреть картинки на сайте. Я вот на это обратила однушечку. Вот если мы ставим санузел сюда, сюда ставим кухню, и здесь спальня у нас получается. У нас получается отличное пространство. Мы урезаем этот коридор, который нафиг не нужен, и делаем из него прям крутое пространство. У тебя здесь и гардеробная может небольшая поместиться, и санузел сюда вот переносим. И как? С учетом свободной планировки, ваша фантазия ограничена только вашим бюджетом. Но в данном случае у нас канализационные стыки есть и здесь, и здесь. Да, мокрые зоны и здесь, и здесь. Да. Сюда можешь слив сделать, сюда можешь слив сделать. Это мы можем. И здесь очень крутая получится квартирка. Но тогда получается, что у нас спальня совсем маленькая. Ты себе сделаешь просто спаленку, небольшую кровать ставишь, все, вот это в однушке очень круто будет смотреться, мне кажется. И прям вы уже как инвестор, я смотрю, рассуждаете, да? 78,9. 79 метров. Сколько будет стоить эта штучка? 21,700. Ну, это мы высокий этаж смотрим, да? 200. С видом на Сити. Это потенциал. То есть, смотри, если я сравню вот это вот, 230, то есть я точно приду в 274 через год. Минимум, да. Минимум, да. Да. А взяв две однушки, мы получаем такую же квартиру. Ать! 41 плюс 43. Раз. Раз. И то же самое. Класс. Сейчас две однушки. Чего мелочиться? Можно обе сдавать. Можно объединить, сделать ремонт, пожить. Потом на старости лет уехать в деревню. Да, опять да, превратить в две однушки. Мальчику и девочке. 10 800, 21 700. Надо посмотреть вживую. Вы вводите настройку? Да, мы вводим настройку. Пойдем настройку. Хорошенькая. Марку бетона знаешь? Лен, мы сейчас на силобатной части. Да, совершенно верно. Под нами паркинг. А здесь будет вот непосредственно детская площадка, озеленение. Насыпаем до метра грунт, на котором уже будут все дорожки находиться. Все будет в мощении, никакого асфальта. Камерно, уютно. Какие работы выполнены и что сейчас делается? Сейчас на 100% завершен монолит. 70% у нас окна смонтированы. Монтируются внутренние инженерные сети. Вентиляция, канализация, отопление, полностью залит стилобат, паркинг. А к сетям уже подключились? Всегда? Частично, да. Сдачи дома, конечно, все будет оформлено. Всегда обращаю на культуру строительства, где стройматериалы лежат, как чисто настройки. Это показатель очень такой вот высокий, что отношение к строительному процессу. Конечно. Именно поэтому мы всегда акцентируем внимание, что строит у нас сербская компания «Кенмер». И Тимирязев парк они строили, и здесь это наш генеральный подрядчик. Вот это 78 метров. Да, 78 метров, пятый этаж.
как раз все угловые окна Дикёнин. Высота потолка 3,10, в чистом виде там 3,2,90, в зависимости от напольного покрытия. Окна достаточно большие, светлые. Огромные, да. Света плюс много. Они с напылением серебристым, то есть это позволяет не выцветать мебели, но при этом пропускает полностью солнечный свет. А получается тогда высота подоконников 60? Да, 60 сантиметров, да. Ага. А во втором корпусе у нас окна в пол. Здесь они шире, больше. Ага. Светлые получается, клевые. Светлые, нету никаких столбов, несущих стен. Видите, как бы качество строительства. А вы сразу делаете стеночки в туалете? Да, причем мы не делаем их из каких-то там позагребневых блоков и так далее. Это блоки, которые имеют повышенную шумозащиту и сделаны с расчетом на то, что если человек не будет менять, то шумозащита позволит ему, вот, чтобы никто не слышал. Да, потому что мы все пожили в панельных домах и все понимаем, что такое отсутствие шумоизоляции. Это точно. Меня Марат попросил сказать, что мы на 16 этаже и бла-бла-бла. Купив на 16 этаже квартиру, можно приглашать к себе гостей и устраивать вечеринки с обзорной экскурсией по городу Москва. Не, ну класс. Это МГУ, Мосфильмовский, Сити, Павелецкая плаза, Дом музыки. Кремлевский собор. Слушай, да, ну, тут вот все высотки видно. Мы считали 5 сталинских высоток. Знаешь, какие? Какой здесь есть минус? Какой? Какой? Из Vitality не видно Vitality. Такой вопрос. А бетон марки какой? Та-дам! Звонок другу. Тимирязевский парк, говоришь, да? Образец для подражания. Это тот минимум, который уже есть. Дальше можно только лучше. Тогда мы едем на Тимирязевский парк. Спасибо, Лен. Спасибо, Никита. Добро пожаловать. Хороших продаж. Спасибо. Пока. Пока. Ну что, посмотрим, Тимирязевский парк, что все-таки они построили, в каком качестве, в каком виде, потому что я всегда, еще раз буду всегда говорить, ножками посмотрите, что застройщик уже реализовал, чтобы можно было понять, что произойдет с новостройкой. И что будет с Vitality, мы сейчас посмотрим. Но для начала посмотрите, какое благоустройство. Вы знаете, это 6 баллов из 5, мне кажется. Потому что сосенки, еленьки. Для детей здесь такое раздолье и воздух. Воздух здесь, конечно, классненький. Посмотрим сейчас с вами входную группу. Посмотрим, как они отделали все это мероприятие. И сделаем выводы, хорошо строит застройщик или нет. Во входную группу. По фамилии, имени и отчеству встречает домофон в такой прекрасной входной группе. Есть даже камин, правда, не действующий, но зато есть. Сесть здесь с бокальчиком вина. Пеленальной комнаты нет. Это очень актуально. Так, ну что, пойдем мопы посмотрим? Лифтик у нас классненький. А давай на 22-й, чтобы повыше. Ну не снимай меня. Ну ладно, ты опять снимаешь меня. Слушай, ну... Ай. 3 лифта, да? Ну вот это вот, конечно... Не зашили. Но что делать? Есть к чему стремиться. Представляешь, в местах общего пользования зеркала. Что такое места общего пользования? Это лифтовой холл на каждом этаже. Видовые характеристики, конечно, потрясающие. Панорама на Москву, Останкинская башня. Не, ну классно, классно. Видовые фантастические. Балкон. Там, куда люди выходят покурить или перейти на лестничную клетку, на черную лестницу. Сделан в плиточке. Хорошие швы, все аккуратненько. И самое главное, я говорю, пространство большое. Не то, что такие вот масюсенькие балкончики делают, и там пролезаешь еле. А вышел прям на балкон. Ну что можно сказать? Симпатичный домик, хорошие фасады. Ну и благоустройство, и входные группы. В целом, можно сказать, что застройщик довольно хороший. Почему? Не гонится за объемами. Точечная, аккуратненькая застройка. Большое внимание уделяет проекту. Деталькам, входным группам, материалам, благоустройству. Нету вот этого размаха. Миллионы квадратных метров. Когда у тебя куча проектов огромных. Здесь можно сказать, что застройщик уделяет... Хорошее внимание, он сконцентрирован на своем объекте. Допиливает, полирует каждую деталь. Хорошо построили.
Ну что, на этом все, дорогие друзья. Поставьте свои лайки, не забывайте. Ну, либо дизлайки, если не понравилось. И, конечно же, очень важно от вас получить обратную связь, комментарии. Оставляйте комментарии, как вам проект Vitality, как вам проект Тимирязевский парк, как вам в целом застройщик. А мы будем наблюдать за другими проектами других застройщиков. Всем пока! Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!